Всем привет, с вами Денчик Скай, и сегодня я покажу вам, как собраться в универ. Знаете, по утрам, когда приходится вставать на пары, под глазами вот здесь вот бывают такие мешки, там не выспался. Нам приходит на помощь холодные, желательно ложечки, вот так вот прикладываются вот. И вот, я чувствую уже, как пропадают мешки. Вот, все, хорошо. Далее нужно наложить тональную основу. Немножко за много взял, да, бывает такое, ничего страшного. Убираем покраснения, припухлости всякие. Далее нам нужно подвести немножко глаза. Для этого я использую тени. У нас сегодня яркий макияж. Мы хотим, чтобы преподаватели нас запомнили. Сейчас я подчеркну брови. В тренде рисовать стрелки. Значит, мы их нарисуем. Чтобы придать нашему лицу жизнерадостности, я немножко нанесу румяна. И для придания нашему образу сексуальности мы накрасим губы в красный яркий цвет. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мой профиль в Инстаграме, в Твиттере, ретвитьте меня, смотрите меня в Перископе, подписывайтесь на паблик-чат в Вайбере. И, в принципе, все. С вами был Денчик Скай. Всего хорошего!